Привет, друзья, подписчики мои. Сегодня играем в таком аппарате с огромными игрушками. Пробуем. Заряжаем 100 рублей. И если не попрет здесь, пойдем в другой. Но здесь мне прям радует. Смотри, черная пантера есть, есть динозаврик. Есть, конечно, дешманские игрушки, есть Сутлоуф, есть пингвинчик. И вот такой прикольный. Светоточь называется. Любопытно. Так, давай начнем с Олова, потому что зима. Я хочу выиграть большую игрушку. Мне прям вот очень нужна большая игрушка. Я прям, знаете, как хочу выиграть ее? Прям очень сильно. Но, видимо, не в этот раз. А, в смысле, не в конкретно данную попытку. А, пробую выиграть вон ту черненькую пантерку. Опа! Любопытно, что будет. Опа, слушай, да ладно, да ладно. Ребята, а я так обрадовался. Слушай, ну у нас, кстати, близко стоит. Может, у нас есть шанс. Слушай, вон того мопса, кстати, мне кажется, выиграть просто unreal. Пробуем. Пантерку. Вон ту, красивую. Жмем, жмякаем. Жмякалка. Опа! Слушай, как четко цепляет. Вот здесь красиво. Может быть, у нас есть шанс перевалить ее, потому что вроде как она, ну, цепляется хорошо. Может быть, за ногу как-нибудь так и обработать. Ну-ка. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нет, слишком тяжелая. А может, за голову? Вот так. Ну-ка, мы себя накрутим. Вот так поделаем. Опа, опускается. Опа, хорош, хорош. Это было красиво, это было четко. Но нет, она переваливается, но в другую сторону. Слушай, пантера, я тебе рассказываю. Дырка там, вот туда надо. А не вот сюда, понимаешь? Зато я себе динозавра закрыл, кстати. Слушай, ну пантера крутая. Или кошка, кто это вообще? Да пофиг, главное достать ее. Я очень хочу большую игрушку. Ну, ну, ну. Нет, он прям вот в самом последнем он прям ее отпускает, прям видно. Давай вот этого вот пингвинчика. Я в последнее время замечаю такую тенденцию, что большими игрушками заваливают маленькие. И маленькие совсем прям фуфло, а большие ты не выиграешь. И что делать? И вот как быть? И все ваши лайфхаки нажимай 40 раз на 5 секунде. Ничего не работает. Вот ничего. Аппарат либо отдает игрушки, либо не отдает. Но мы продолжаем пытаться. Так. Я смотрел видосик один, короче, на ютубчике. Там какая-то девчонка выиграла что-то то ли 20, то ли 30 прям игрушек подряд. Я такой, ничего себе. Ну и снова улов нет. Снова он его хватает, держит. Но, к сожалению, нет. Ладно. Еще разочек. Раскрутилась. Ну, нет. Ну почему соскакиваешь? Давай, динозавр, наверное, совсем абсурд. Еще раз кота. Сейчас мы раз... Подожди, стой. Сейчас мы ее накрутим. Опа, хорош, красиво, идеально. Держи за башку ее. Отдай. Ладно. Протоколируем еще 100 рублей. Ну это прям интересно. Вот здесь прям прикольно играть. Так, это пальтишко мне расстегнуть, а то я... Итак, на улице, короче, снег дикий идет, поэтому я весь прячусь от снега, играю в аппарат, хватай-ка, мне делать совсем нечего. Пробуем. Слушай, может как-нибудь, знаешь, чтобы ее выиграть, надо как-то ее подцепить так, чтобы она, как бы объяснить, зацепилась мордой за верхнюю фигню. Вы поняли, да, смысл? То есть не чтобы не в клешню она вошла, вот, да, а чтобы она как-то чем-то вот так аккуратненько так... Ай. Слушай, попробуй динозаврика выиграть, вдруг получится у меня. Так, навелись спокойно, центр, есть, погнали, вперед. Бейблейд. Вдруг, нет, о, динозавр это вообще дно, он прям лежит и вообще не сдвинется никуда. Этот ребенок, думаю, тоже не сдвинется. Ну, слушай, либо, а здесь даже вот, объясняю, даже вот эти игрушки здесь не пощикаешь, они завалены большими. Никак не подберешься, никак. Олова попробуем. Ну давай, давай. Ладно, ребята, пробую здесь нажать на 20 секунде. Мы сейчас коту подведем. Мне кажется, потому что кота, если он схватит, так он схватит четко. Поэтому будем ждать. Итак, ребята, смотрите, жмем. 20 секунда, пошли, вперед, нажали. Красиво. Давай, 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 давай. Отдай, да ты, да ты, смотри. Слушай, ну вот это прям любопытно. То есть, в принципе, у меня аж все, сердечко сейчас переёкнуло. Смотри, он как бы вот ногой уже лежит там. Отдайте пантеру. Ладно, ладно, спокойно. Не нервничай, Байзончик. Так, мы... Ну хорошо, либо сейчас мы профуфыкаем полностью все, либо у нас... Нам удастся нажать вовремя. Я не знаю, он... Ну как бы я бы еще подальше бы сделал, но дальше он не идет. Вот. Слышите, звук странный. Итак, ждем 20-ю секунду. А вдруг прокатит? А вдруг накачанный? Пробуем. Хоба-на. Ну,
давай. О, все, я уфыкал. Ну-н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 у. Ес! Да ладно! Я глазам в это не верю. Что творится? Мы выиграли только что на 20-й секунде. Чего? 150 рублей эта кошка. Ребята, я сейчас так морально рад. Давно таких призов не было. Слушай, а вдруг работает? Вдруг накачанный? Слушай, давай пробуем олово. Я честно, нет, правда, я вот объективно, я не верил, что, во-первых, это все, мне кажется, чистое совпадение, что это просто повезло, что 20-я секунда совпала, а вдруг правда работает, а почему 20-я, почему не 21-я, не 23-я, ну типа, так, жмем, ждем, жмем, 3, 2, 1, опа, итак, олов, так, цепанул, держит хорошо, ребята, нет, ну я был близок, ну слышит, 20-я секунда. Какой хороший аппарат здесь, ребят. Не будем дожидаться, жмем сразу. Цепануло. Вот еще бы олово забрать сегодня, я вообще был бы сегодня самым счастливым. Так, ребята. Сейчас серьезно, сейчас прям надо подумать. Надо прям задуматься сейчас. Что делать дальше? В чем смысл жизни? Пробуем. Это было сейчас что-то странное, я вообще не понял. Как будто, знаешь, как будто он дошел до олова, у него сработал датчик какой-то где-то в этой аппаратурине. Казалось бы, да, просто клешня, моторчик, кнопка, 10 рублей, типа, пробуем. Так, держись, ну, последняя попытка. Я считаю, что, в принципе, Пантера у нас сегодня уже окупает все, поэтому пробуем выиграть. Оловяшу. Итак... Я настроился, я спокоен. Спокойно. Пробуем. Не нажимаю, ничего не нажимаю. Вдруг получится. Нет. Ну, грубо говоря, вы видели, что если он дает игрушку, он ее тащит до конца. Давайте посмотрим. Слушай. Ну, Пантера. Ну, по кайфу. Пробуем поиграть здесь. Все протоколируем. Почему не люблю маленькие аппараты? Потому что здесь цена игры 10 рублей, а по сути, если ты вдруг выиграешь, игрушка будет маленькая. Здесь вроде накидали побольше. Я всю Пандору пытаюсь вытащить. Мне кажется, Пандора не наш день. Может, дельфинчик? Он, видишь, он даже не до конца доходит. Ну как вот мне играть, если он не доходит огромное расстояние? Что делать, ребята? Может, вот эту фигню? Ну это прям совсем фигня. Стоимость забавы. Ух, я забавляюсь. Ой, у меня время кончилось. Время закончилось, пока я там и рассказывал вам. Ну ладно, ролик будет длиннее. А, время-то кончилось. А сколько? 15 секунд все удается за 10 рублей. Камон. Где мои 40, как в обычной хватайке? Ну-ка, пробуем Пандору выбрать. Не, Пандору я должен. Мне кажется, хоть раз за всю историю... Видишь, он прям... И все, до свидания. Давай розовый дельфинчик вот этот. Вдруг удастся. Не. О, подожди, может быть, цепанем? Цепанем. Коралловую фигню. А, отлично. Я был близок. Вы видели? Я был близок. Давай еще разок. Коралловую фигню. Опа. Хитрый план. Тащи, зайка. Ну почему, солнышко, почему ты отпустил? Зайчик, это, пожалуйста. Давай еще разочек. Ну давай. Ребята, и не сегодня. Посмотрите, какие прекрасные игрушки в этом, друзья, аппарате. Смотрите, есть кролик, есть уточка, есть зайчик. Но, к сожалению, почему-то все рябит. Я не знаю, от чего это зависит. То ли от освещения в принципе, то ли от именно аппарата. Заряжаем 100 рублей. Протоколируем. Цена игры 10 рублей, товарищ. Пожалуйста. Нет. В смысле, ты не хочешь мои 100 рублей? Я специально наменял, подготовился к ролику. Камон. Давай. Так, ребята, извиняюсь, но это вообще не мой косяк. Может быть, вот так? Получится? Нет. Насчитали нам попыточки. Итак, пробуем выиграть. Ну, слушай, из-за самого такого, то, что можно выиграть, реально, здесь лежит вот этот мишка. 100 пудов можем забрать. Я хочу пробовать его хватаемость. Пробуем его хватучесть. Смотри, вроде ключи нормально, вроде все сделано красиво. А бегемота было бы выиграть сегодня вообще за счет. Пробуем. Мне кажется, схватил я его просто... А, нет, не идеально, но вроде как сцепка есть. Пробуем еще раз. Мне кажется, надо играть за большие... Вот конкретно в этом аппарате надо играть за большие игрушки, раз они здесь есть. Девушка, здравствуйте, извиняюсь, а выигрывают здесь? Да? Девушка говорит, выигрывает, поверим девушке. Опа. Ну-ка, бегемота. Да ладно. Ай, слушай, какой он клевый. Ребята, посмотрите, какой он прикольный бегемотик. Офигенный.
Ну ладно, пробуем выиграть вот этого зайчика. Раз, сказали, выигрывают. В принципе, да, игрушки раскиданы. Может, и можно выиграть. Пробуем зайчика выиграть. Так. То ли я косой, то ли что. А, давай еще раз. А, слушай, это не зайчик, это какой-то чувак в костюме зайчика. Это любопытная история. Так, пробуем. Вроде нацелились ровно. Так, спокойно. Решающий удар. Хба! Итак, хорош, тащи, зайка. Ну, слушай, может быть, его подраскачать, чтобы он забросил? Нет, слишком высокая штука это. Давай уточку пробуем. Мы сначала все перетащим, а потом уже будем решать, играть здесь еще или не играть. Опа, уточку. Слушай, ну хватает-то, он красиво. То есть он их аккуратненько переваливает. Давай еще раз бегемотика. Или они специально так наложены, чтобы нас всех запутать и не дать нам выиграть. Вот смотри, сейчас опасно. Он стоит, клешня, прямо вон туда сейчас зацепится. Но может развернуться. Пробуем. Нет, не получилось. Ну как тогда мне бегемота достать, если он так лежит криво? Но с другой стороны, я же положил туда его. Ладно, рискнем. Немножко подальше я отвел от той прозрачной фигни. Пробуем. Есть, проскочил. Отлично, отлично. Цепанул-то прекрасно. А, ну все, мне кажется, бегемот у нас утерян. Ну ничего страшного, остается еще уточка. А он того мы можем? Нет, того мы... А он даже не дойдет, кстати. Может, вот эту? Нет, эту мы тоже не достанем. Свинку Пеппу не хочу. Ну, будем пробовать. Вроде четко стоит. Пошла. Вперед. Опа, прям схватила. О, ну хорошо. Нет, я так и планировал, ребят. Я и планировал его развернуть. Слушай, у меня есть план. Мы сейчас пробуем вытащить утку. А на 10-й попытке попробуем вытащить девчонку. Это еще девочка, а не чувак, между прочим. Пробуем. Нет, почему-то на последних секундах... Я не знаю, ну как бы хочется, игрушки-то хорошие. Но играть еще... Сейчас порешаю что-нибудь, ладно. Так, вроде нацелено ровно, вроде красиво стоит. Пробуем. Давай. Попытка номер 10. Не получилось. Заряжаем еще соточку. Ребят, зарядил еще 100 рублей. Говорят, надо вытаскивать легкие, но легкие здесь, ну, нечего реально вытащить. Все закопано, под большими лежит. Может, он того... Да нет, зайца, бегемот. Нет, аппарат шикарный, аппарат классный. И мне кажется, раз большие игрушки лежат, мне кажется, можно их пробовать. Мне кажется, у нас должно получиться. Вот ее мы точно заберем. Пробуем. Кстати, ребята, вы в комментариях один хак написали, что надо нажимать на 20-й секунде. Давайте попробуем. Вот вдруг получится. Хотя нам придется ждать очень долго. Я, наверное, сделаю сейчас склейку. Так, смотрим. Клише стоит ровно. Ждем 20 секунду, нажимаем. Так. Опа. Вдруг получится. Я сейчас обалдею просто. Нет. Но шансы были. Шансы есть всегда. А, давай еще уточку попробуем. Может, мы хотя бы центр расчистим для маневра? Так, пробуем за голову ее. Ай, да что такое? Слушай, у нас мишка. Да я не хочу. У меня этих мишек столько уже, что я не знаю, что с ними делать. Давай пробуем. Ладно, давай мишку бахнем. Вроде ровно стоит. Такой шанс. Опа, вообще. Ни туда, ни сюда. Как мне выиграть мишку? Легкие все закопаны, поэтому тут такое. Либо большие, либо ничего. Давай еще разок. Так, опа, цепанул, хорош, я был близок. Он, слушай, он даже легкий не достает, поэтому что тут говорить. Давай еще раз. Ну, хоть мишку забрать. Хоть что-нибудь, не. Нет, мишку не забирает. Не отдает мне аппарат мишку. Аппарат, пожалуйста, солнышко, отдай мишку. Или вон ту, вон, фиолетовую. Да, ребят, больше если играть не буду сегодня. Это последняя соточка, ну, в смысле, вторая. Ну! Слушай, а я был близок. Она прям уже такая, оп, и нет. Не, наверное, если профуфыкать здесь косарь, то рано или поздно что-то мне выдаст, но я здесь играть на всю тысячу не хочу однозначно. В смысле, я хочу поиграть, если бы мы хоть что-нибудь достали. А, к сожалению, мы не можем даже маленькую игрушку достать. Но я уверен, сегодня мы... А я, кстати, не знаю, как этот кусок выйдет. Может быть, он в начале вышел, может, в конце, я даже не знаю. Может, он вообще не вышел. Нет, он точно вышел. 200 рублей-то я потратил. Он точно выйдет. Так, ну все. Осталась последняя попытка. Давай пробуем уточку и погнали отсюда. Так, навелись спокойно. Пробуем. Опа!
Ну давай. Нет. Жжух. Друзья, мы, ну вот такой код, вот такое у нас сегодня было видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, код реально огромный и клевый. С вами был Шишин Югамош, всем удачи, всем пока-пока.